Тема моей лекции – вторая квантовая революция. Это маленькое, в общем-то, сообщение, потому что сама вторая квантовая революция – это грандиозное событие в жизни всего человечества. Вот я сейчас в руках держу гаджет первой квантовой революции. Ну, всем известно, это вершина его на самом деле, в данном случае Samsung. Вот, и если вы в него заглянете, то вы сегодня могли бы увидеть, что в Японии стали продавать бытовые квантовые компьютеры китайского производства. Ну, интересное сочетание. Вот, и как раз нужно вспомнить, что 40 лет тому назад вот, началась первая квантовая революция. Она началась именно с создания просто компьютера. Это был Apple первый, ну, вот, примерно в 76 году. А вот прошло уже 40 лет, и мы видим, что объявлена продажа квантового компьютера. Вот это вершина того компьютера, который был 40 лет тому назад создан. Создан Apple, Samsung. Вот. Дальше некуда двигаться. Это предел того, что было использовано в первой квантовой революции. А что же там было использовано? Это очень важно понять, чтобы в дальнейшем понять, а что же сделано в квантовой революции второй. Так вот, это устройство действует как система транзисторов, то есть определенное устройство внутри этого устройства, которое несет на себе информацию, преобразует ее и так далее. С помощью чего? С помощью миллиардов электронов. И вот коллектив этих электронов управляется с помощью эффектов квантовой механики, квантовой электродинамики, как целое, как коллектив. То есть это управление коллективом квантовых частиц, таких как электроны, ядра и так далее. И вот в основе первой квантовой революции как раз лежит то, что появились технологии, а это, вот я сказал, лет 40 назад, появились технологии управления системами, коллективами квантовых индивидуальных частиц. Ну, индивидуальный электрон, индивидуальное ядро – это квантовые частицы. Вот. И коллективами научились управлять. Другим примером гаджета, который появился, в общем-то, даже чуть раньше, чем вот это устройство, компьютер, это лазер. Значит, лазер вам всем известен. Я вот сегодня даже не смог взять, хотя он везде продается, этот лазерная указка. Лазер – это пример другого коллективного управления. Если здесь электроны, то там фотоны. Это кванты света. Лазер – это такое же коллективное устройство фотонов, с помощью которого мы создаем оптические эффекты, оптическую передачу информации и так далее. Вот лазер и транзисторы, то есть фотоника и электроника, это, можно сказать, символы первой квантовой революции. Есть еще один символ этой квантовой революции, но он плохой. Я бы не хотел его упоминать. Это создание, конечно, ядерного оружия, то есть термоядерные бомбы, до этого атомные бомбы. Вот. Ну вот о нем не будем говорить. Они были созданы в 40-х, 50-х годах. Ну, кстати, транзисторы были созданы тоже в 40-х, в 47-м, а лазер в 54-м. И вот заканчивается технологическая эпоха первой квантовой революции, когда, повторяю, квантовые коллективы, электроны, фотоны, ядра, ну, это в случае бомбы, управляются нами, и мы умеем ими управлять. Что же случилось теперь? Приблизительно лет 10 тому назад появились первые экспериментальные успехи, экспериментальные, подчеркиваю, успехи в области управления отдельным
электроном, отдельным фотоном, отдельным протоном, ну, ядром. То есть технологии спустились в так называемую субатомную область, то есть внутрь атома. Мы можем теперь перестраивать сами атомы внутри. Вот как только это началось, все поняли, что от управления коллективами квантовых частиц мы перешли к управлению индивидуальными квантовыми частицами. Подчеркиваю, электроном, фотоном, протоном, то есть ядром. Вот. Спрашивается, что это нам даст? Какие гаджеты появятся взамен вот этих? Да, они появятся. Вот я уже сказал, что в Китае китайцы продают сейчас бытовой квантовый компьютер в Японии. Довольно, я еще раз говорю, интересное сочетание, кто кому технологию везет. Раньше японцы это делали. Так вот, фокус состоит в том, что если вот в этом устройстве, с его мощностью, с его производительностью, работают миллиарды транзисторов, то в том квантовом компьютере работает всего два элемента. Всего два, можете сравнить. Ну, правда, тут есть одна самая главная, как бы, отличие. Дело в том, что там работают так называемые кубиты, то есть квантовые биты. Вот это устройство строится на классических битах, а квантовый компьютер строится на кубитах. И вот между кубитом и битом настоящая пропасть в работе. Дело в том, что квантовый бит обладает способностью, так сказать, бесконечного распараллеливания, дробления работы бита. Вот мы сказали, что здесь миллиард битов можно сделать. Но с другой стороны, там один кубит по своей информационной емкости может превзойти вот этот миллиард. Почему? А потому что он работает исключительно на законах квантовой механики. Вот квантовая механика – это та наука, тот предмет, который сейчас создал вторую квантовую технологическую революцию. Сама квантовая теория, квантомеханика, вот недавно мы отмечали 122-летие ее создания. Понятие Планка, квант. Вот, она возникла как раз в 1900 году, в декабре месяце. И вот столько лет прошло, и прошли вот фактически, прошла первая квантовая революция, как технологическая, вторая квантовая технологическая революция начинается сейчас, развертывается сейчас. И первая, и вторая базируются на квантовой механике. В чем же суть дела? Квантовая механика, в отличие от классической. Дело состоит в том, что в квантовой механике есть эффекты, которые совершенно невозможно представить в классической механике. Ну, эти эффекты, я их просто назову, как, так сказать, они произносятся профессионалами, очень сильно не будем вникать в них. Но, во-первых, это так называемый квантово-размерный эффект. А именно, когда свойства объекта квантово зависят от его размера. Это интересно, да? Вот. Мы говорим, что масштабирование может быть ничего нового не давать, а вот тут кардинально меняется свойство. Вот они используются вот здесь, то есть в транзисторах. Вы знаете, что транзисторы становятся все мельче, 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 их плотность увеличивается. Но вот квантово-размерный эффект работает в этой области, он позволяет получать новые эффекты из-за этого. Но здесь не используются два других еще эффекта квантовых, которые сейчас будут использоваться во второй квантовой революции. Это запутанность, так называемая квантовая, и квантовая контекстуальность. Лучше поговорить о квантовой запутанности, она как бы больше понятна. Значит, когда мы имеем дело с коллективом электронов, вот в транзисторах, или с коллективом фотонов в лазерном луче, или с коллективом ядер в атомной бомбе, значит, мы работаем с коллективом, и там понятие запутанности особенно не проявляется. Но вот когда мы работаем с индивидуальным квантовым объектом, электроном, протоном, фотоном, вот тут начинается проявлять себя эффект запутанности квантовой. А именно, два фотона, два электрона, два протона могут вступить
в такое взаимодействие договорное, это сил нет этих. Есть договор, это значит не силовое взаимодействие. Когда они ведут себя как целые, неразличимо ведут себя, это различимо, но как целые. Поэтому вот это обстоятельство позволяет проявиться неожиданным новым эффектом. Вот, например, я вам могу сказать, что квантовые индивидуальные устройства, вот телефоны, это уже первая революция, мы с ним все знакомы и так далее. Но, с другой стороны, мы можем себе представить, что у нас есть интернет, который позволяет нам общаться через вот эти гаджеты. Сейчас постепенно зарождается интернет вещей. Это уже продукт второй квантовой революции. Что это такое? Это значит, что чипы, которые у вас будут встроены, они, конечно, не эти, а именно на квантовых чипах будут работать. Они позволяют образовать среду интеллектуальную, которая помимо человека может создать искусственный интеллект. То есть среда искусственного интеллекта, когда следят за вашим здоровьем. Ну, понятно, что мы видели много ужасов, и «Терминаторы», фильмы и так далее, где это обыгрывается, и правильно, кстати, обыгрывается, они большой вклад в науку сделали, эти фильмы. Вот. Я хочу сказать, что вот это вот интернет вещей, квантовый интернет вещей, он очень, так сказать, мало кому понятен сейчас, но мы все знаем, что биомедицина, которая должна вот-вот нас, так сказать, сделать бессмертными, все время будут какие-то производиться замеры нашего здоровья, какие-то борьба с раковыми клетками, все вот это будет как раз в интернете вещей реализовано, и там в основе будут лежать вот эти чипы на индивидуальных электронах и на индивидуальных фотонах и так далее. Есть даже сочетание сейчас электрона с фотонами, так называемый жидкий свет. Это у нас вот в Калтехе это делают в Москве. Вот. Вот эти технологии, которые используют индивидуальные квантовые объекты, они, безусловно, создадут возможность квантовые компьютеры, создадут квантовые интернет вещей. Кроме того, может появиться возможность так называемой квантовой телепортации. Ну, все понимают, что это нечто, так сказать, фантастическое и давно известное, между прочим, еще в 30-х годах про телепортацию фантасты подписывали, что вы здесь вот исчезли, а там на Марсе вы появились, мгновенно причем. Вот. Ну, надо сказать, что это очень упрощенная схема. Квантовая телепортация – это на самом деле возможная вещь, но она как бы заключается в том, что не вы, ваша масса, ваша энергия там окажется. Там будет просто ваш двойник создан из тех атомов, что на Марсе, из той энергии, которая на Марсе, но по вашему подобию, потому что будет передано просто ваше состояние. Квантовое состояние можно передать мгновенно, по запутыванию вот этому квантовому. Вот, по этой причине, значит, вот такие вот неожиданные новые устройства, которые вот, значит, я уже три назвал: квантовый компьютер, квантовый интернет, квантовая телепортация. И еще можно назвать такую вещь. Вот сейчас большой резонанс имеет следующий, что все наши системы кодирования, шифрования, все эти банковские защиты, которые в настоящий момент реализованы, они реализуются как раз на технологиях вот этих. А вот квантовые технологии, их легко взломают. Ну и, соответственно, квантовая криптография, то есть это защита, да, она тоже сейчас интенсивно развивается, это тоже достижение второй квантовой революции. Ну, я свое выступление кратенькое сейчас, обзорное, так сказать, заканчиваю. Я изобразил, так сказать, что нас ожидает с развитием второй квантовой революции. Это очень важное направление, и, кстати, направление политической борьбы сейчас. Во всем мире громадный вклад супердержавы, Китай, США, и мы тоже пытаемся в это сделать. Так что дай Бог нам мирно прожить в условиях второй квантовой революции. Но всегда пока это удавалось, нам мирно прожить. Дай Бог.